Бравер DCP G525, сборка корпуса. Ну, сборку с чего начинаем? В первую очередь нужно поставить крышку картриджей. Потом накрываем корпус, закручиваем, ставим сканер, укладываем проводку, ставим крышки и ставим лицевую панель. В общем, все. Начинаем. Так, опустил верхнюю панель. Застегиваем переднюю левую накладку. Закрываем блок картриджей. Так. Сейчас закручиваем винты крепления. Получается 1, 2, 3, 4, 4 и 5 здесь. Вот здесь 5 винт. И все. И потом двигаемся дальше. Так, установили верхний корпус, затянул на 5 винтов с нарезов, 2 сзади. Сейчас будем ставить сканер. С правой стороны принтера есть вот такая деталька. Эта деталька нужна для того, чтобы снимать сканер, блок сканера. То есть она вместе с блоком сканера ставится. Так, а потом поворачивается и фиксирует его в нижнем положении. Значит, прижимаем пальцем эту детальку к корпусу сканера и аккуратно опускаем на свое место, и она заходит. Все. Потом детальку опускаем в флажок. Все, сканер на месте. И закручиваем сзади винтик. Вот здесь вот сзади. Опору нужно зафиксировать винтиком с черной головкой. Отцепляем малярный скотч и укладываем проводку. Значит, здесь левая сторона по левой стороне аккуратно укладываем и подсоединяем. Правый шлейф, значит, по правой стороне укладываем, подсоединяем. Шлейф уложил, под все зажимы завел. Вот вон зажим, вот зажим. Под зажимы завел, тут уложил, уложил, уложил. Все, здесь он подсоединен. Сначала я его подсоединил, потом уложил фильтр. С левой стороны сначала тоже уложил. Начиная вот с задней стороны углубления поглубже туда укладывал. Где глубже. Вот. Уложил, уложил, уложил. И пришел сюда. Здесь завел под этот уступ. Теперь нужно не забыть положить вот эту детальку на место. Так, вот она, вот в это место укладывается. Видимо, она не дает проводу подниматься, чтобы провод не вылазил. Так, ну все. Сейчас укладываем левую крышку, правую крышку. Так, сейчас ставим стойку. Ставится она вот в таком положении, то есть ребрышками внутрь. Устанавливается на свое место. Нужно ее прижать, пошевелить, и она зайдет. Сейчас поставлю. Так, сейчас сложим левую крышку и правую крышку. При укладке левой крышки сначала заводим язычки. Вот там язычок. Вот здесь язычок заводим за эту панельку. И здесь два язычка заводим. И потом только уже защелкиваем. Левую сторону защелкиваем. Так, панельки установлены. Теперь ставим лицевую панель. Сначала подсоединяем шлейф фишки. Потом потихоньку ее будем укладывать. Так, подключил фишки. Шлейф. Прикрутил винтиком массу. Вон она, массу. Уложил проводку, как она была. Здесь, здесь, здесь. Эту проводку уложил. Можно закрывать лицевую панель. Тут вроде бы тоже все нормально. Ничего никуда ничему не мешает. При установке лицевой панели нужно ее аккуратненько прожать, чтобы
вот эти защелки, одна, вторая, третья, четвертая, вон четвертая, чтобы они защелкнулись. Нужно аккуратно все это установить и прожать каждую защелочку, прожать, чтобы она села на место. Когда все защелки защелкиваются, то здесь вот ровный зазор, никаких ступенек, выступов там. Все очень ровно садится, и уже панелька на своем месте останется, только прикрутить ее на три винта самореза. И защелкнуть стойку. Для того, чтобы закрепить вот эту стойку, нужно край немножко отогнуть. Прям рукой отгибается. И второй рукой туда стоечку тоже немножко нагибая, стоечка заходит. Немножко поворачивая, стоечка сюда заходит. Не забываем устанавливать заднюю крышку. Ставится просто.